Культурный центр имени Джавахарлара Неру при посольстве Индии в Москве и Министерство культуры Тувы приглашают всех желающих посетить фестиваль «Дни индийской культуры» в Кызыле, который пройдет в столице 17 и 18 ноября и познакомит посетителей с богатой культурой и традициями Индии. В рамках фестиваля можно будет посетить мастер-классы и лекции по индийской музыке, танцам, йоге от индийских учителей. Фестиваль проводится в рамках 70-летия дипломатических отношений России и Индии. Также кинолюбители и поклонники болливудского кинематографа смогут посмотреть новинки индийского кино.